Вітаю, дорогі українці! Знаходимося на підприємстві «Моноліт». Ми більш ніж 10 років займаємося розробкою та виробництвом зламостійких дверей та сейфів. Сьогодні у нас на огляді наша топова модель – це модель «Моноліт Преміум». Це модель, яка була сформована запитами та побажаннями наших замовників. Що відрізняє «Моноліт Преміум» від остальних наших моделей дверей? Це конструкція «Моноліт Стандарт», це конструкція 4-го класу взломостойкості, в яких всі міста потенціальних атак – це зона замків, зона регілей замків, зона антисрізів, петель, всі ці зони, вони доведены до 5 класса уровня защиты. А это уже набор самого мощного набора инструмента, включая даже болгарку. Замковая группа Monolith Premium – это замковая группа, состоящая из двух замков. По классике у нас это цилиндровый замок нижний и верхний замок с увальный, которые объединены в общую систему, в нашу фирменную перезапорную систему. А именно, после закрытия верхнего замка, когда вы закрываете нижний, полностью перекрывается ключевое отверстие верхнего. Вместе с этим дополнительно выходят дополнительные точки запирания вверх и вниз, так называемые тяги. Замковая зона – это 11 мм металла, которая полностью защищает всю замковую зону с внешней стороны обычного, скажем так, металла, и 6 мм закаленного металла. То есть в сумме мы получаем 17 мм металла, как обычного мягкого металла, так и каленого. Все притворные части, они также выполнены из металла 11 мм. То есть все те зоны, которые потенциально будут пытаться отогнуть, будут пытаться даже срезать болгаркой, все эти зоны имеют, ну скажем так, если сравнить со среднестатистической дверью, там в 5-6 раз больше толщину металла, сечение металла, что в свою очередь дает колоссальный прирост по времени при попытке взлома. То есть злоумышленник потратит 5-6 или больше раз времени, даже если он будет пытаться перерезать ригеля. Нижний замок, как я уже сказал ранее, защищен 6-миллиметровой каленой пластиной металла на весь корпус замка. Не локально, а полностью на весь корпус замка идет 6-миллиметровая каленая пластина, также наша фирменная, которая имеет максимальную твердость и с учетом способа монтажа, по которому она монтируется в наших конструкциях, она не подвержена хрупкости, не подвержена тому, чтобы ее можно было расколоть. Броненакладка идет обязательным условием с так называемой юбкой, то есть она заводится изнутри под металл, ее невозможно выбить, ее невозможно сбить, сорвать. Все те проблемы, которые есть на броненакладках накладных, там врезных определенные модели, всех этих минусов эта броненакладка лишена. Также броненакладка имеет повышенную толщину шайбы. То есть толщина шайбы в Monolith Premium – это толщина 11,5 мм, которая еще дополнительно, корпус броненакладки усилен нашей фирменной накладкой из нержавеющей стали, которая в свою очередь и защищает ее от такого способа, как раскалывание броненакладки. При работе нижнего замка замок – это Cheese Revolution Pro, это редукторный замок с блокировкой перелома при задавливании цилиндра. Это замок бесшумный, это замок, который имеет такую очень важную для тяжелых качественных дверей опцию. Когда вы закрываете на ключ, либо на барашек изнутри, то отключается защелка-фиксатор, который работает от ручки. Это очень положительно влияет на срок службы замка и двери в целом. Вместе с работой нижнего замка дополнительно запираются, прижимаются углы верхний и нижний, то есть так называемая система тяг, она полностью подключена от нижнего замка. При этом это не дает абсолютно никакой дополнительной нагрузки на замок, благодаря тому, что это наша отточенная система, которая никогда не подводила и с ней никогда не было никаких проблем. Верхний замок – это сувальный замок Cheer MRX. Это сувальный замок, у которого дополнительно интегрированы магнитные элементы. То есть недостаточно просто подобрать секрет ключа. Нужно, чтобы при этом, при всем, также совпали магнитные элементы. Это очень положительно влияет на защиту от вскрытия отмычками. Кроме этого, замок имеет огромный формат, огромный вылет ригелей, это 40 мм. И при этом этот замок защищен от высверливания 6 мм каленого металла,
І вся замкова зона, як я вже говорив, захищена 11 мм, скажімо так, звичайного металу. Тобто не можна розірвати замкову зону, наприклад, через ключове отверстие, і, добравшись до корпусу замка, просто затолкати його вовнутрь, либо розібрати по деталям і в обхід механізму секретності замка, його відкрити. І при цьому замки мають общую залежність. Це коли ви закриваєте нижній замок, ключевое отверстие верхнего замка наглухо перекрывается. То есть нет возможности определить, как модели замка. То есть это просто металлическая пластина, на которой, естественно, ничего не написано, какая модель замка находится за ней. Также эта пластина не позволяет повредить замок, вывести его из строя. То есть у вас в любом случае этот замок будет полностью закрыт от вандализма. Даже когда вы находитесь дома, вы закрылись снутри на барашек, на нижний замок, при этом ключевое отверстие замка верхнего перекрылось, тем самым нет возможности какую-то там либо кинуть монету, либо налить клея. Все эти методы, они будут бесполезны, и вы всегда будете иметь возможность покинуть дом и закрыть как минимум на один замок, который будет постоянно в рабочем состоянии. Далее идет металлоконструкция. Металлоконструкции защитных дверей – это одна из самых сильных сторон наших компаний. Это металлоконструкции, которые имеют огромный потенциал, потенциал, который позволяет наибольшее количество времени при использовании наимощнейшего набора инструментов и методов противостоять взлому. То есть все наши металлоконструкции – это металлоконструкции, начиная от 4 класса взломостойкости. Конструкция 4 класса взломостойкости – это конструкция, которая по статистике на более чем на 99% уже исключает такой вариант, что дверь будет как выбрана жуликом для того, чтобы попытаться ее открыть, вскрыть, так и даже при попытке ее вскрытия набора инструментов и методов уже не будет недостаточно для того, чтобы преодолеть конструкцию 4 класса взломостойкости. А в нашем случае Monolith Premium – это конструкция 4 класса взломостойкости, у которой все места потенциальных атак – это замковая зона, зона петель, все углы двери, весь периметр двери, весь ее притвор. Это 11 мм металла, это те толщины металла, которые уже человеческими усилиями невозможно отогнуть и даже невозможно перерезать болгарка за отведенное 5 классом взломостойкости время. А 5 класс взломостойкости – это те двери, которые даже устояли при попытках взлома с началом войны в Буче, в селе Перемога. То есть это те двери, которые взломали не просто минуты, которые ломали часы, а скорее всего даже и дни. Конечно, особое внимание уделено раме двери, ее способу монтажа. Также на раме предусмотрено обязательным условием защита ригелей замка. То есть, кроме уголка рамы двери, который выполнен из 5-миллиметрового металла, идет контур-уголок, который идет полностью также на всю замковую зону, который, в свою очередь, не позволяет в зоне замков раздвинуть, отодвинуть полотно двери от рамы, чтобы ригеля вышли. И вместе с тем не позволяет забить ригеля замков. То есть нельзя, скажем так, там, сняв наличник, наставив какое-то зубило, забить молотком ригеля замков, невзирая на то, какие там стоят цилиндры, какая секретность у замков. Поэтому рама двери выполнена очень жесткая, с максимально возможным способом монтажа. Теперь перейдем к звукоизоляции и герметизации дверного блока. Он, как я уже сказал ранее, максимальный. Благодаря чему это достигнуто? Звукоизоляция двери. Кроме того, что полотно наполнено обязательным условием минваты, при этом как под внешнюю декоративную накладку МДФ, так и под внутреннюю проклеены специальные звукоизоляционные плиты. Под внешнюю панель это 5-миллиметровая звукоизоляционная плита. Под внутреннюю панель 10-миллиметровая звукоизоляционная плита. Это специальный материал, который используется при обешумке автомобилей. Ну, как я говорил в предыдущих своих видео, что звукоизоляция, она не может быть отдельно от герметизации. Какая бы ни была звукоизоляция у полотна двери, если между рамой и полотном остаются хотя бы минимальные зазоры, щели, то звук будет через них благополучно проходить и никакой звукоизоляции добиться не удастся. Поэтому на модели Monolith Premium идет три контура уплотнения. То есть это первый контур уплотнения, это двойной уплотнитель. И также установлен второй контур уплотнения, более толстый, который уже на 100% снимает возможное проникновение
звуков, запахов, сквозняков. Ну и напоследок о внешнем виде Monolith Premium. В модели Monolith Premium уже используется набор нашей фирменной фурнитуры. Это тот набор фурнитуры, который используется в более старших наших моделях. Это такие как Monolith Muscle, Muscle, Скала. Это уникальный набор фурнитуры, который выполнен из нержавеющей стали, который, безусловно, подчеркивает индивидуальность и уникальность дверного блока. Это такие элементы, как фирменные ключевины, выполненные из нержавеющей стали, которые полностью повторяют с внешней стороны, это полностью, даже форма фурнитуры, она подобрана с внешней стороны. Это круглые ключевины, а с внутренней стороны это овальные ключевины. И, естественно, применен наш фирменный барашек, который, в свою очередь, является очень удобным и функциональным. Как и на все наши изделия, модель Monolith Premium – это дверь, на которую распространяется наша гарантия. Гарантия на замки и отделку составляет 1 год. На монтаж и металлоконструкцию двери гарантия 5 лет. Наша компания – это компания с более чем 10-летним опытом разработки и изготовления защитных дверей взломостойких сейфов. Также наше производство сертифицировано, что подтверждено международным сертификатом ISO 9001. На этапе производства двери задействованы профессионалы, которые имеют многолетний опыт работы именно в отрасли производства взломостойких защитных конструкций дверей и сейфов. Благодаря большому опыту нашей компании и возможности реализации сложных проектов, обратившись к нам, вы получите гарантированный результат качества и высокого уровня защиты. Если вам будут нужны взломостойкие двери, сейфы, если вам нужны действительно шедевральные изделия, обращайтесь, мы находимся в городе Киеве по улице Вискозная 3Б. Будем рады вас видеть и помочь вам в вашем вопросе. Всего доброго, до свидания.